показываю сверху. В качестве фона картина, написанная маслом. Изобразить Бога во всем его величии помог скульптурный пластилин. А сам храм построен из пенопласта. Рассказывает о своей работе Лиана. Девочка представила ее на 19-м конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет и радость». Я пыталась передать картину очень яркой, и поэтому надеюсь, что жюри увидели, как я передала радость и счастье людей в этот праздник. На выставке представлено более 1000 работ на православную тематику. Несмотря на то, что тема одна, ребята показали свой креатив и находчивость как в плане содержания, так и техники исполнения. Есть графика, материалы самые разные, есть живопись, есть... Из ваты делают произведения. Произведения делают даже из тыквенных семечек. Мы можем пройти, я вам покажу. Самые разнообразные техники. То есть русский человек, он очень многогранен. Победителей более 100 человек. Талант нужно поощрять, уверены организаторы, ведь у творческих людей есть необходимость в признании. Лучшие художники получили специальные призы от благочиния, гран-при от главы Одинцовского округа, а также памятные подарки от депутатов. Количество детей, которые участвуют, оно с каждым годом только прирастает, что не может не радовать. Поэтому я очень рада, что я здесь стараюсь всегда поддерживать, тоже какие-то небольшие свои сувениры привозить, и поздравлять и награждать. Это огромное счастье. Великолепные работы и, самое главное, великолепная традиция, потому что 19-й фестиваль, это уже говорит о том, что это превратилось в традицию и преемственность поколений, потому что сегодня как раз награждали ребенка, человека, который уже был награжден в свое время 19 лет тому назад. Торжественную церемонию награждения дополнила концертная программа, подготовленная творческими коллективами округа. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».